Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, любители и профессионалы дзюдо. И сегодня вашему вниманию предлагается ознакомиться с сувениром для дзюдо. Это брелок, черный пояс от компании Fighting Films. И давайте мы подробно посмотрим, как выглядит этот замечательный сувенир. И начинаем. Итак, мы видим, что брелок сувенирный упакован в прозрачный полиэтиленовый пакет. И сразу можно видеть, как он выглядит. И сейчас мы распакуем и уже посмотрим повнимательнее. Открываем упаковку. Она достаточно хорошо и спокойно открывается. И перед нами очень хороший сувенир. Брелок, черный пояс от компании Fighting Films. Итак, это небольшой кусочек пояса стандартного по ширине, а по длине порядка 10 сантиметров. Мы видим, что он выполнен из такого же материала, как и настоящий черный пояс. С одной стороны, мы видим здесь японские иероглифы дзюдо, и на английском языке также написано дзюдо желтыми буквами. Это желтая краска, которая сделана термонанесением, достаточно крепко сделана и служит достаточное время, не смывается. С другой стороны, мы видим пришитый логотип компании Fighting Films. Это такие красным цветом. И золотыми буквами написано Superstar. Теперь давайте посмотрим, как же крепится этот брелок к ключам. Здесь есть железное металлическое кольцо. Оно очень крепко пришито к самому поясу. За это кольцо можно прицеплять ключи, или же его можно использовать для того, чтобы прицепить к замочку на молнии сумки и также открывать. А также просто можно повесить куда-нибудь. Вот. Так что это очень хороший сувенир, который можно использовать в качестве подарка или приза на соревнованиях. Рекомендую.